Дорогие друзья, нахожусь я в торговом центре Горгия. Здесь тоже предновогодние скидки. Вы видите, люди выбирают электротехнику. Это уже традиция, кажется, покупать перед Новым годом новые стиральные машины, новые газовые плиты. Если уж не стиральные машины и не плиты, то хотя бы вытяжки. Ну, хотя бы утюг, понимаете? И вот он как раз тут, как тут. Вот всякие утюжки. Вот, между прочим, такие скидки. Ну, стоило 728, стало стоить 629. Это, конечно же, неплохо. На экраны тоже, на такие мониторы тоже здесь. На скидки. Ну, стоит 749, это стоит 399, но это все не такое, по-моему, глобальное, не такое большое. Это что такое? Это чоппер, который стоил 79 лари, стал стоить 29 лари. Вот это уже у нас, это тоже какой-то, это миксер уже у нас, да, он стоил 59, тоже стал стоить 29 лари, 99 тетри. Вот эти всякие пылесосики. Я уже вам не раз говорил о том, что с пылесосами мне практически не везет. Сколько я не покупал пылесосов, что для работы, что для дома. Они какие-то оказывались не очень здоровые. И вот здесь всякие тоже комбайны для кухни, микроволновки. А это что такое? Это холодильник для вина, видите. Гвинис Мацивари. Холодильник для вина. Здесь тоже с тысячи мелочей. Но вообще-то, я не знаю, как у вас. Но вот мы дома используем там один такой агрегат, который все измельчает. А все остальное, так сказать, как эти, на почетном месте. Вот эти телевизоры мне, кстати, очень нравятся. Что это за телевизор? Какие-то неизвестные бренды, но они неплохие. И цены нормальные. Вот. Сколько стоит? 899 лари. И за 900 лари можно купить. Да? Я думаю, что все-таки после, по окончании этого новогоднего марафона, скидки будут продолжены, потому что они, по большому счету, пишут какие-то завышенные цены, потом они эти цены переписывают, пишут цены пониже. И люди, естественно, на это покупаются. Вот. Им же нужно реализовать все эти километры и тонны фенов, вот этих весов. Вот стоит 59-29, по-моему, они такие стоили 29. Здесь вот на телевизоре тоже, видите, вот такая большая телевизионная стена. Это тоже, по-моему, весы, вот эту еду, да, вот. Клади по одной семечке, она тебе вообще не будет ничего набирать. И ешь. Вот микроволновые печки. Миллион всяких версий этих микроволновок. Это для телевизора. Подставки, разные газовые плиты. Вот, ну, вентилятор сейчас уже у нас пока что не актуальны. Вот эти вот газовые машины, да, они как раз очень хорошие. Вот, это тоже греет или вентилирует. И там дальше уже такие вещи для строительства и для ремонта глобального. Вот тоже это газовые обогреватели разных таких конструкций и разных модификаций. Здесь опять-таки все для ремонта, но меня больше интересуют такие новогодние штучки. Пойдем сейчас подальше, пройдем. Видите, сколько печечки, кастрюлечки. Сейчас вот зайдем, давайте
внутрь павильона. Здесь тоже, видите, море холодильников. Тоже большие, маленькие, высокие, низкие. Вот 729 лари, 1149 лари. На холодильнике вроде бы я не чувствую скидок. 2399, 2449, 1200. Ну вот это, видите, я не знаю, что это за фирма Vox, но не думаю, чтобы она была бы плохая, честно говоря. Это вот эти встраивающиеся, да? Вот это мне вот очень даже нравится. Вот так вот, очень аккуратно. Между прочим, и объемно. Очень красивый холодильник. Если вот у меня такой примерно, только Samsung и кремового цвета, вот точно такая вообще-то расстановка, почти, только здесь еще вот для воды вот эта вот штучка, которой, ну, мы практически не очень пользуемся. Вообще-то я холодную воду в этом году очень полюбил, но у меня навсегда была в морозилке, морозильнике или морозилке, да, как больше нравится. Когда я сюда прихожу, что-то покупаю, потом забываю. Вот елочка как раз актуальная, да? Актуальная тема. Вот возьмем такую штучку, какая из них красивее. Разноцветная. У меня нету этой всякой корзиночки, каталочки, потому что много здесь людей, у всех эти корзиночки в руках. Никто мне их не уступит. Сейчас вот пройдемся. Вот это вот какая-то жидкость уже. Почему это жидкость? А, это что, антифриз? А, это такая, которая не мерзнет. Здесь тоже для дома товар. Вот. Коробочки уже пустые. И, конечно, по окончании вот этого марафона, я жду, будет здесь спокойнее. Потому что наши домохозяйки, они как бы вообще все. И мужчины, и женщины, взрослые дети вот под на волне вот этого необходимого шопинга, конечно же, сами обостряют ситуацию с этими покупками. Вот это же очень красивая штучка. Вот такая вот. Это для чего? Вы, наверное, догадались, для чего. Для моих машинок. Такой штучки я еще не видел, между прочим. И она мне очень понравилась. Сколько она стоит, интересно, 18 лари. Вот какая. Вот мои машинки маленькие сюда прекрасно бы поместились. И так вот на полочку. Между прочим, мы посмотрим. Посмотрим, как это получится. Белое или черное, ну, конечно же. Ну вот на белом фоне, кстати, машины будут более эффектно смотреться. Но вот эта, она более вместительная. Это более вместительная. Возьмем эту тогда. Хорошо. Ну, давайте дальше встретимся уже в следующем ролике, чтобы этот я смог бы выложить на все платформы без обрезки, так сказать. Спасибо за внимание и до встречи.